Всем привет, ребята, с вами снова Демастер, и мы играем с вами в Цифкрафт. Конечно же, я не забыл про этот мини-режим, про этот интереснейший мини-режим, но давно меня здесь не было, и, честно сказать, я хочу некоторые города выкинуть. Скоро Терресерс должен прийти, наконец-то, сделать свой город, я его уже сказал, типа, Терресерс еще забыл, он говорит, а, да, где было дело. Он просто там отдыхал немножечко и уезжал там, вот, ну, его дела какие-то были. Ну что ж, ребята, наконец-то мы сможем сейчас нормально сыграть в наш любимый с вами Цифкрафт. Цифкрафт, ё-моё, Цифкрафт, да. Вот, тут много чего произошло. Ресурсы я вчера перетащил оттуда с трейд-поста. Вот, амбар я запихал ресурсов. Вот хлебушку у меня остался, я кушаю. Вот, парень спрашивает, почему ты Shadow Priest комнату снимаешь? Почему не снимаю? Недавно мы записывали ролик, правда, не будем его выкладывать, потому что такой кал получился. Почему он не играет больше на сервере? Он поссорился с одним из администраторов, и как он сказал, то, что они будут делать свой сервер, и не хотят чисто этого администратора больше здесь быть. А я ничего не могу поделать, потому что этот администратор, он, в принципе, с одной стороны, как бы прав, потому что, ну, там, ну, по моему мнению, там Женя больше не прав, Shadow Priest Talk. Ну, он считает то, что он прав. Я не хочу, смотрите, я пытался разрулить эту ситуацию, ребят, чтобы Женя с ним помирились, но не вот. Но он больше не будет снимать на моем сервере, как он сказал. Он сказал, не будет делать свой Цифкрафт, свой сервер и так далее. Но судя по тому, что в Цифкрафте как раз таки шарит тот чел, с которым они поссорились, думаю, у них ни хрена не получится. Да. Ну, либо получится, но у них будет прямо очень сырой Цифкрафт. Еще хуже, чем у нас сейчас. Мы до сих пор дорабатываем Цифкрафт, кое-что пытаемся сделать, но вы видите, далеки еще до совершенства, потому что перевод на русский очень сильно затянулся из-за некоторых багов. Мы сейчас как бы перевели уже, по идее, все, но мы не можем его поставить, потому что есть некоторые баги, пока мы не пофиксим, мы не сможем перевести все до конца. Так, посмотрим, у нас на городе нет долгов. Я вроде вчера за все долги расплатился, то он инфо нет, но даже 12 тысяч сверху еще лежит, и это очень хорошо. Счастье 76%, просто замечательно. И я даже не знаю, чем будем сегодня заниматься, хотя почему, я знаю, чем будем сегодня заниматься. А, вот, мы сейчас подумаем, где будем открыть территорию. Вообще, нужно будет уже скоро трейдпост вот сюда вот поставить. До слоновой кости вот туда вот нужно будет трейдпост поставить. А может трейдпост стоит. Вот, и мы сейчас пока не можем ничего прокачивать. Все изучение стоит очень дорого. Цив ресерч лист, как видите. Мы уже дошли до такого развития, то что тут у нас, видите, есть какие-то висячие сады. Мы можем, в принципе, сейчас выучить пирамиду для висячих сады. Я хочу висячие сады изучить и построить, потому что они добавят очень неплохой плюс к нашему государству, именно к защите нашего государства. Они добавят нам регенерацию во время войны на нашей территории. Это будет очень круто, да. Но вообще, на самом деле, я не хочу пока изучать все это дело. Я хочу изучить следующую ветку оружия, потому что мы все еще находимся в тир 2 амуниции. Видите, я лучник, у меня есть стальной длинный меч и гнутый лук. Гнутый лук очень хорошо дамажит по зомбям и даже по элитным зомби. Вот этим мечом стальным длинным уже можно убивать элитных. Ну и гнутым луком, естественно, тоже можно убивать элитных спокойно. И набивать, естественно, нужные нам ресурсы. Вот, вообще нужно будет поторговаться на рынке, ну, на сайте с кем-нибудь игроками, может они чем-нибудь тут на сервере продают. Саму продавать, может какую-то еду за кристаллики, очень удобно. Сам буду этим заниматься, чтобы все, ну, чтобы наглядно показывать, как это работает. Чтобы показывать, вот видите, откупил, тут продал, вот так вот это работает. Надо будет себе обнулить тогда счет. А то у меня там триллионный. Так, все, мы полили наши фермы. Отлично. Есть ход. А, тут нужно перепрыгивать. Нужно будет прямо так вот брать и спрыгивать туда. Но мотыги-то у меня нет, потому что нужно спрыгнуть вот сюда. Получилось. Свин зомби пока не агрится, но сейчас загрится, как только я подойду слишком близко. Я знаю этих свин зомби, не постоянно так. О, надо быстрее все собрать, иначе клерлак может сработать. Будет не самый лучший вариант. У меня куча хлама в инвентаре на самом деле. Нужно бы его выкинуть. Как хлам, но идея это очень важные вещи, но сейчас мне больше важна пшеница и так далее, потому что у нас ее долго никто не засаживал, так как всех замов, которых я назначил, они решили не играть, почему-то они там видите такие, ой, я не буду играть, Лилкас, и что, не играть, там кто-то еще, газировка, а вот, ну, многие люди играли, сейчас я буду перенабирать себе людей в город, не в город, в цивилизацию, я буду давать двери, ну, то есть не двери, жителей, да, поселенцев, они будут основывать свои цивилизации у меня, ну, и себе в город, может, тоже кого-нибудь найду, но это уже другая история, я найду его совершенно рандомно, и, ребят, не нужно мне допроситься, о, возьми меня, потому что... Ну, хотя можете проситься, в принципе, вам никто не запрещает, но не факт, что я вас возьму. Чем меньше вы так проситесь, просто дайте что-нибудь делайте для города, и тогда шанс то, что вас возьмут, будет, ну, очень велик. А если вы просто будете там, просто возьми меня там, то
естественно, шанс у вас будет не такой высокий. Вот так вот сделаем, и сейчас начнем. Хорошо, что у меня человек-сосед сегодня заснул. Я наконец-то уже смог нормально записать видео, потому что все остальные видео я просто не мог записывать, реально мне было даже тошно. И прямо вот когда вот мой Negation записывали, я просто молил Бога, чтобы он не начал сверлить, и он не засверлил. Нам там просто повезло. И только вот мы закончили, вот ровно нас слили, и вот так я говорю всем пока, выключаю, и он начинает сверлить эту же секунду, я говорю, ребята, нам повезло, реально. Вот, но я еще весь Negation не выложил, так что не буду вам спойлерить, но скоро вы уже до конца посмотрите все серии. Просто из-за того, что я снимал с летсплейщиками, с другими, они вот выкладывают именно так, они говорят, будем выкладывать так. Я говорю, ну ладно, ребята, что? Я ведь подстраиваюсь больше под своих друзей. Ух ты, нифига. Телефон. Тихо. Будильник прозвенел, ребята, будильник мне сказал, типа. Ну, поняли. Коттеджи из-за того, что долго не заходило, никто не закидывал туда хавчик, все упали до первого уровня. Опять, представляете, вся моя работа, которую я делал, просто коту под хвост. Просто все коттеджи опять до первого уровня. Я так расстроился, ребята. Вот газировка, чертов, вы видите его, сожгите бензин, на кол посадите. Вот, 100% инфа, вот так и сделайте. Расстроил меня, конечно, газировку, вот так вот доверился ему, сделал его замом, в итоге он меня предал. Нужно будет его выгнать из города. Вот приятно, ну может, конечно, я никого не заставляю, конечно, но просто он сказал, я буду играть, я буду делать, в итоге нифига не делал, и людей не напрягал тоже. Ну ладно, найдем кого-нибудь другого, есть вон. Эй, не ругайся. Вот там. Все, Clear Luck уже заремовил всякие разные вещи на карте, и можно спокойно уже сажать, зная то, что всякий хлам, который ты выкинул, демастер, тебе в инвентарь не подойдет. Вот, отлично. Вот. Поэтому в цифкратик мы сейчас будем почаще рубить. Надеюсь, постараюсь даже... это, ребята, сделать такую тему, как по серии цифкрафта в день. Может быть, через день. Ну, вы уж ставьте лайки. Если прям очень много лайков эта серия наберет, значит, на следующий день... Давайте так, 1000 лайков серия, 1000 лайков серия. Как набирается 1000 лайков, сразу следующая серия. Вот так вот будет, да. Не набирается, ну значит вы не хотите серию. Ага, запридумал. А, что неплохо. Ну не, не сразу же, естественно, значит, на следующий день выходит серия после 1000 человек. Я буду проверять, конечно, ролик, но каждые 3-4 часа смотрю, 1000 лайков набралось, значит можно выкладывать на следующий день. Даже если наберется на следующий день серия, то есть на лайки, то я сразу же ее выложу просто. Оп, смотрю, вот, набралось, выкладываю. Так, а вот на ту часть поля нужно будет засадить морковки, ну а картошка у нас в принципе есть. И засадим мы побольше морковки. Вот таким вот образом, незамысловато, мы будем ее сажать, и в будущем это поможет нам снабжать наши коттеджи пищей, и путники, которые будут проходить через наш город, будут получать ее, и тем самым... трапезничать, я не знаю, как это будет правильно сказать, да, трапезной. Да фиг его знать, короче, будут жрать они. Жрать, и мы будем с этого деньги получать. Они будут довольные, сытые, мы будем тоже довольные, богатые, немного потев на ферме. Хотя вот нужно реально в город набрать людей, одного там фермера, который будет чисто фермерами заниматься там. Ну, знаете, у каждого должна быть двойная роль. Первая роль это кого профа, фермер, да, вторая это шахтер. Все по дефолту в цивилизации шахтеры, которые копают ресурсы полезные, да. Но также у них есть вторая роль, это, например, шахтер, там, например, этот вот рыбак, там другой фермер, третий там кто-то еще, там четвертый, там декоратор, который будет декорировать, там вот эти всякие горы убирать, там что-нибудь еще. Ну и так далее. Думаю, это будет круто. Вот надо реально так сделать. Я, наверное, сейчас буду себе реально в город набирать. Наберу, ребята, вот не буду врать, наберу себе человек 7 в город. Вот, уберу вот этих всяких газировок, которые нифига не играют. Наберу в город нормально народу. И дам каждому свою роль. Вот то у него будет свою роль выполнять, того будет выгонять. И пофиг, на счастье. Мы здесь уже не ради счастья, мы уже просто чтобы поиграть, потому что я уже наконец-то могу нормально играть в CivCraft. Наконец-то. Я разобрался тут с одной фигней. Вот, я сделал вот такую вот штучку. Видите, макс FPS 30 поставил. Для Ютуба ровно. И, знаете, я скажу честно, я даже не ожидал такого. Но когда у меня было макс FPS, знаете, из-за чего у меня подлагивало в игре? Я понял, когда стоит макс FPS, у тебя сразу же, вот как у меня сейчас, 400-800 миллиард FPS, короче, неважно. И когда оно резко падает до 30, а оно падает до 30, да, я даже 35 поставлю, пофиг, вот. То происходит подлаг в игре.
Я поставил 30, оно перестало падать, ребята, оно реально перестало падать. Я счастлив теперь, потому что теперь оно не падает. Из-за того, что оно не падает, то есть резко там, знаете, там с 200 там, или 400 до 30, то лагов у меня просто нет. Я не знаю, может, с чем это связано, но они у меня просто пропали. Принты. И я честно рад. Честно, я рад. Еда. Ну это ладно, это, конечно, ферма больше, а не еда, но я пока скину весь хлам сюда. Вам нужно будет еще кому-нибудь. Нужно будет складиста какому-нибудь, значит, чтобы он там склад разгружал. Реально будет прикольно так вот все распределить, и значит там... Так, что у нас там, как делать с складом? Хорошо, ну типа, плохо, не знаю. Я пока у себя оставлю, конечно, это. Нужны нам ресурсы. Вот, и давайте посмотрим, что у нас есть в списке построек, чтобы точно... Build list. Так, шахта нам не нужна, дробилка не нужна, торговая застава, 25 тысяч, пастбище 2,5, дорога 3 тысячи, скаут башня 15, верфь. Верфь неплохая вещь, рынок не нужен, амбар есть, стена есть, а стена надо потом, надо будет башня лучников. Башня лучников тоже хорошая вещь, но у нас, в принципе, она есть. Коттедж, бакалея, магазин, капитолий, еще один зачем-то, ветряная мельница, кузница, ферма. Так, сколько у нас еще плит осталось? Тон, инфо. Давайте посмотрим. Индо. Инфо. У нас еще две плиты постройка, я еще один коттедж. И у нас 660 колоночков упало, было 770. Видимо, что-то случилось, и поэтому количество молотков у нас резко снизилось до сотни. И это на самом деле очень печально, ребят. Так, у меня вроде на цивилизации много денег. Инфо. Ага, 13 тысяч долга. Много денег. Но нео. 3410. Это плоховато. Придется брать ресурсы, которых и так нет. Продавать и построить коттедж. А еще сегодня нафармить придется на зомбарях бабла и заплатить долг за цивилизацию. Цивилизация, конечно, много выжирает, но сейчас я зарядил коттеджи, и коттеджи, в принципе, неплохо денег делают сейчас, реально. Потом по 1000 голды в час не делают. То есть за сутки это 24 тысячи голды. И... А потом они будут производить намного больше. И поэтому я считаю, что надо развивать коттеджи и поддерживать их. Вот то, что я вот зафейлил, так бы они у меня уже были левела 4-5. Из-за того, что вот я дурачок, реально, я тупанул. Моя ошибка была, то, что я так долго не играл. Давайте возьмем 2 стака блоков. Надеюсь, нам этого хватит, чтобы продавать в магазин. Потому что больше ресурсов, как видите, ну может у меня в эндерчесте есть какие-нибудь ресурсы. Не тут только железная амуниция. Плохо. Плохо на самом деле. Вот, а мы с вами, ребята, разрулим эту движуху. В принципе, 2 стака блоков железа. Железо нам некуда, мы можем из него хоть стены строить, я думаю. Вот. Но мы с вами не настолько зажрались, поэтому лучше будем его продавать потихоньку. В принципе, если он стак блоков железа будет всегда оставаться, то нам его будет вполне хватать на все наши нужды. А вот сейчас он нам, в принципе, не нужен. А тут, мне кажется, здесь сделать что-нибудь под такой, знаете, тоже каменный кирпич просто, да, взять где-нибудь глину, находить, переплавить, если улицы так вымочить кирпичом, то есть это тут будет, например, из сэндстоуна дорога, да, не из гравия, из сэндстоуна, а вот эти будут из кирпича, и сделать вот такой стиль, это будет реально круто. Есть у меня вот такая вот идея, я бы не сказал, что мечта, но идея такая у меня имеется. Я надеюсь, этим тоже займусь, но этим должен будет как раз заниматься архитектор. И архитектору должно быть там 3 штуки, которые будут между собой спорить, что делать, и, возможно, приходить кого-то... общему консенсусу, я не знаю. Давайте зайдем, начнем тупо продавать это золото. Вот, отлично. Так, железо, ой, по 16 коинов, ребята, 16 коинов, ой, это умру продавая с вами. Это железо, ну, то я пока расскажу, что вообще планируется, планируется. Хотя, в принципе, что я рассказывал, что планируется. Сегодня вот на стриме кто был ночью, было вообще круто, ой, такой крутой стрим был. Я, там все за монстров поиграли. Там лагерь Максимка даже за монстров поиграл. Такая ржака была, я отвечаю, ребят, вы этого не видели. Но, ну, кто видел, тем респект, молодцы, ребята, те, кто были на стриме. Вот, вам спасибо всем, вообще, короче, там, я реально поугарал, вот, мне было весело, не знаю, как остальным, но, ну, как, мне было и страшно, и весело одновременно, когда я был за монстром, мне вообще было весело, когда я за луркер, там, между этими ребятами появлялся, ну, я за луркер, это привык, еще за Мэри поиграл, тоже прикольно было, ну, те, кто меня сейчас не понимает, проще посмотрите запись вчерашнего стрима ночного, вот, уже есть, талант депозит, 7, 7, 7, 8, ой, не 9, а 8, Town Info, у нас должно получиться 22 тысячи, потому что там коттедж еще наделали денег. И давайте посмотрим, сколько нужно на коттедж. Вроде 25 тысяч. Build list.
коттедж. А, коттедж 5000, тьфу ты, я идиот. Да, мы сможем сейчас заплатить за это. Ага, ну тогда все, все, проблем никаких нет. Коттедж 5000, я дурачок реально, я уже забыл все сделать. Можно, конечно, вот сюда попробовать поставить коттедж, но тогда он будет перекрывать здесь дорогу, они будут теперь вплотную стоять. Может, между ними, конечно, и будут вот такие вот дырочки небольшие, но, наверное, лучше не стоит. Хотя может, рискнуть? Да не нужно рисковать. О. Прям в горе коттедж стоит. Вау. Построим их в такую вот шеренгу, я считаю, это будет достаточно неплохо. Мне нравится, что коттеджи можно строить в горах вот так вот, и он будет убирать. Ему вот не... И коттеджи мне нравится только если блоков нет внизу. Вообще не коттеджи, а постройки. Но когда если блоки есть, нормально все. Уилд. Коттедж. Романский стиль выбираем с вами, ребята. А, нужно писать no. Нужно вот так вот встать и написать. Build коттедж. Да, мы же спиной строим все постройки. Yes. И место по структуре прошло проверку. Все. И коттедж начинает строиться. Ё-моё, ты чё, парень? Ты чё? Так, вы чё, ребята? Алло? Ну-ка, давай на базу. Вот на таких вот можно легко фармиться, видите, по 41 монетки даже дает. Ну, в принципе, здесь вот будет такой вот проход. Думаю, это не слишком стрёмно. Но как между коттеджами все такие вот проходики есть, и эту гору придется снести. В общем, ребята, я это дело видел, делал в основном для того, чтобы показать то, что я не забыл. О, нифига, здесь тут такая стена тупо. Чтобы вы знали, что я про вас не забыл. Что я буду снимать дальше Цифкрафт, потому что я люблю и обожаю Цифкрафт. Просто реально не было времени. Так, давайте здесь Town Claim сделаем. Town Claim. Все, эта территория запривачена. Нифига себе, по 2000 сжёт. Town Info. Town with Draw. 10 тысяч. Даже не 10, давайте еще 5 возьмем все-таки, наверное. И цифр депозит 15. Сейчас меня зомби ударит. Видите, написано уютный кристалликс, больше не в долгах. И это хорошо. Мы избавились от долгов. Ух, и в принципе на сегодняшний день серии сделан достаточно дел. Ну, а на этом мы с вами прощаемся, ребята, с вами был Демастер, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео, заходите на сервак, играйте вместе со мной, я играю на Цифкрафте 6, там такой в золотом слитке, чуть не золотой слиток, Цифкрафт над, вы видите, вот, ну, в общем, поймете, ребята, где я играю, люди уже знают, в принципе, вот, здесь еще играют такие люди, как ТРСР, Дэншмайс, там, ну, Шага Престок ушел, кстати, надо его выгнать из города вообще, то он. Но если он вернется, конечно, если он захочет, я его верну, ребят. Но вы сами должны понять, что у меня держать мертвого человека, да? Members. Так, Town Members. Ну ладно, потом я его выгоню, не буду. Уж видите, тут нужно выгнать, значит, Трампа я давно не видел. Но Трампа я пока не буду выгонять. Циклон давно не видел, тоже не буду. Я газировку выгоню и Shadow Priest. А потом посижу еще 2-3 дня, если циклон и Трампа не увижу, то я их тоже повыгоняю нафиг. Вот. Ну что же, на этом все, ребята. Всем спасибо, Продер. Всем удачи. Всем пока.